Маленький, но очень уютный актовый зал специальной библиотеки филиала номер 12 инвалидов по зрению собрал сегодня огромное количество гостей. Творческое мероприятие памяти выдающегося русского литератора Ивана Андреевича Крылова обещало быть ярким и красочным. В программе вечера произведения известных композиторов-классиков в исполнении учащихся музыкального колледжа имени Ширмы, викторины и, конечно же, выступления чтецов с самыми знаменитыми баснями автора. Сотрудники специальной библиотеки филиала номер 12 инвалидов по зрению признаются, что готовили литературно-музыкальный вечер уже давно, однако провести его решили именно в этом году, когда весь литературный мир празднует 245-летие со дня рождения знаменитого баснописца Крылова. Для того, чтобы подготовить этот вечер, во-первых, мы обратились в детскую художественную школу города Бреста. Там в зале вы увидите рисунки этих детей. Обратились с огромной благодарностью и выражаем свою благодарность музыкальному колледжу, который прислали своих ребят. Крылов, как известно, писал не для детей. Политический мотив легко можно заметить в его произведениях, которые по своему содержанию предполагали взрослого читателя. Однако, благодаря ясному языку и особенной образности, басни литератора производят на детей неизгладимое впечатление. Возможно, поэтому и хорошо запоминаются. Это можно было увидеть в ярких работах, которые украшали стены актового зала библиотеки. Их авторы – воспитанники Брестской детской школы изобразительных искусств, которые также решили приобщиться к этому благородному делу. Литературные мероприятия в специальной библиотеке номер 12 инвалидов по зрению проводятся регулярно. Руководство библиотеки считает, что подобные акции помогают людям с ограничениями по зрению активизировать желание читать и способствуют популяризации книги. В нашем литературном храме мы проводим каждый месяц. У нас приходят литературные встречи. Ну, сейчас очень знаменательная дата, 245 лет со дня рождения Крылова, и поэтому мы решили организовать литературно-музыкально-сатирический вечер. Сегодня специальная библиотека филиал номер 12 – это настоящий книжный храм. В небольшом помещении собрана самая разная литература – от мировой классики до современных романов и детективов. В библиотеке проходят выставки работ читателей, проводятся творческие вечера и встречи. Пока небольшое помещение не позволило сотрудникам учреждения обслуживать большое количество посетителей одновременно. Однако скоро у библиотеки будет новоселье. Она переедет в большое и светлое помещение, где будет организована работа по новым литературным направлениям с большим количеством читателей.